Ругаться матом, хорошо это или плохо? Ну, есть нормы приличия, которые предполагают, что это плохо. И я думаю, что надо исходить из этого, когда вы взаимодействуете с людьми, где вас объединяют эти нормы приличия, потому что ничего другого вас с ними не объединяет. Вы с ними не связаны как-то близко, по-дружески, там, семейно или еще что-то, пятое-десятое. Поэтому, ну, правильно матом, наверное, не ругаться. И я правильно не ругаюсь матом. Это в нормах приличия. При этом я знаю все слова. Я 10 лет носил военную форму. Я могу очень-очень-очень аристократично, так сказать, выразиться. Прямо очень. И говорят, у меня это получается прекрасно. Но я всем не демонстрирую. Только избранным. Вот, да. Так хорошо это или плохо ругаться матом? Ну, давайте, расскажите мне. Узнаю многое про себя, наверное, сегодня.